Как же мне нравится мое белое платье! Я сегодня на утреннике буду самая красивая! Интересно, что скажет Скрибл, когда меня увидит? Вероника, давай уже будем заканчивать зал украшать! Но, Фирс, мы же еще дождик не повесили! Ну ты сама посмотри, куда здесь еще дождик лепить? Здесь уже все блестит! А мне кажется, что еще мишуры не помешает! Ой, девочки, а вы что, уже все украсили? А я как раз пришла вам помочь! Вообще-то, Алиса, через 20 минут уже утренник начнется. Мы здесь с Вероникой с самого утра. Больше никто не пришел помочь нам зал украшать. Ой, привет, девочки. Как же красиво вы все украсили. Извините, что я не пришла. Мне прическу сегодня долго делали. Ну вот, я так и знала, что и без меня здесь все украсят. Зачем было всем приходить? Вероника, а ты переодеться не хочешь? Посмотри, все нарядные приходят. Ты одна. Она все еще не в платье. Да, ты права, Фирс. Давай все уберем, и я переоденусь. Ух ты, какое красивое платье у Вероники. Она что, сегодня будет снежной королевой? А мне кажется, что она сегодня будет невестой. Наверное, хочет показать кое-кому, как на ней смотрится свадебное платье. О чем это ты говоришь, графиня? А как будто бы ты не понимаешь. Да все уже знают, как Веронике Скрибл нравится. Она явно думает, что они сегодня станут королем и королевой бала. В самом деле, это платье очень похоже на свадебное. Я не допущу, чтобы Вероника его сегодня надела. Вот, посмотрим, какой теперь невестой она будет. В таком платье ей быть только королевой всех заморашек. Мария, а Панки уже видел тебя в этом платье? Нет, для него это будет сюрприз. Думаю, он будет просто в шоке, когда меня увидит. Ух ты, как красиво все украсили. Сразу видно, что здесь будет новогодний утренник. Привет, принцессы. Вы тут случайно мою девушку Марию не видели? Панки, вечно ты шутишь надо мной. Ну, я просто хотел убедиться, что это действительно ты. Какая же ты сегодня красивая. Панки, вообще-то сегодня все девочки красивые. Это точно. Только Вероника почему-то без костюма. Ой, уже Панки пришел. Наверное, скоро Скрибби придет. Мне нужно срочно идти переодеваться. Что? Неужели это мое платье? Как же так? Оно упало, и его все затоптали. Неужели непонятно было, что это костюм Снежной Королевы? Не могу же я быть на утреннике в таком грязном и мятом платье. Только со мной могло такое произойти. Кэти Кьюти, тебя в этом наряде сегодня просто не узнать. Да, Фирс, я и сама себя не узнаю. Это мне мама сшила такое красивое платье снежинки. Фирс, все пропало, я ухожу домой. О чем это ты, Вероника? И почему ты до сих пор не переоделась? Я хотела переодеться, но мое платье затоптали. Не может быть. А может быть, его можно отряхнуть? Да вы бы видели его, девочки. Оно просто в тряпку превратилось. Все, я пошла домой. Ну почему она не переоделась, когда я ей об этом говорила? А мне интересно, как платье Вероники оказалось на полу? Да, похоже, что платье упало не случайно. Кто-то явно не хотел, чтобы Вероника его одела. Алиса, я сейчас видела, как Вероника вся в слезах убежала домой. Говорят, что кто-то испортил ей платье. А я здесь при чем? Ты сама видела, когда я смотрела платье, с ним было все в порядке. Ну да, видела. Жаль Веронику, конечно, но зато теперь у нас меньше конкурентов. Панки, а я уже видела Деда Мороза и Снегурочку. Правда? А Скрибла ты не видела? Ребята, я не опоздал на утренник. Нет, Скрибл, ты как раз вовремя. Дед Мороз и Снегурочка уже здесь. Хо-хо-хо! Здравствуйте, ребята! Я тут Снегурочку потерял. Давайте все вместе позовем ее. Снегурочка! 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 Дедушка Мороз, а я уже здесь. О, спасибо вам, ребята, что помогли мне Снегурочку позвать. Теперь можно и праздник начинать.
все эти утренники одинаковые, каждый год одно и то же. Да, Фирс, только платья у всех всегда разные. Кстати, Анжела, мне так нравится твое платье. А мне Вероника говорила, что у нее тоже будет очень красивое платье. Кстати, а где же Вероника? Там все, наверное, на празднике веселятся, а я сижу здесь одна. Интересно, кого из девочек выберут сегодня королевой бала? Только бы не эту Алису. Эй, Вероника, ты почему сидишь одна на улице в такой мороз? Мне показалось, или меня кто-то зовет? Вероника, холодно же на улице, поднимайся ко мне. Юля, а ты почему не на утреннике? А ты почему не на утреннике? Поднимайся быстрее. Расскажешь мне, что случилось? Ну хорошо, а то я так сильно замерзла. Юля, ты почему дома? Я думала, я одна сегодня, а не на утреннике. А я заболела перед самым праздником. Мне доктор запретил идти на утренник. Ой, представляю, как ты расстроилась. Но ты поправляйся скорей. Может быть, тебе нужны какие-нибудь лекарства или фрукты? Да нет же, Вероника, спасибо, мне мама все купила. А вот почему ты не на утреннике? Не похоже, что ты болеешь, разгуляешь в такой мороз. Эх, у меня тоже неприятности. Мое белое пышное платье затоптали и помяли. Мне просто больше нечего надеть сегодня на утренник. А почему же ты его сразу не надела? Мы с Фирс сегодня зал украшали с самого утра. Больше никто не пришел нам помочь. Я думала, мы закончим украшать, и я переоденусь. Но потом стали все приходить, и когда я решила переодеться, было уже поздно. Как же так, Вероника? Ты украшала зал, а тебе платье испортили. Да, мне тоже очень грустно, но я хотя бы не болею, как ты. Да, это же еще хуже. Подожди, я не могу позволить, чтобы ты не пошла на утренник. О чем это ты говоришь? Я дам тебе мое платье. Я же не собиралась болеть сегодня, и платье заранее приготовила. Вот, бери его. Торопись, ты еще успеешь. А ты уверена, что оно мне подойдет? Конечно, подойдет. У нас же с тобой размер одинаковый. А как же ты? Да я только рада буду, если мое платье сегодня не будет висеть в шкафу. Юля, спасибо тебе большое. Не думала, что ты такая классная. Ладно, я побежала. Итак, ребята, мы подсчитали все голоса и хотим объявить, что королем бала сегодня становится Скрибл. Ну ничего себе, вот так неожиданность. Ух ты, круто, Скрибл, поздравляю. Мне даже не обидно ни капельки. Теперь, Скрибл, ты должен выбрать королеву бала. Как, я сам? Да сегодня все девочки такие красивые. Как здесь можно выбрать? А ты подумай, Скрибл, не торопись. Вот если бы я выиграл, то я бы Марию выбрал. Ну, или Анжелку. Посмотри внимательно на всех девочек. Эй, Скриби, выбери меня. У меня как раз сегодня наряд королевы. Раз Панки не выиграл, то я сегодня не участвую. А я участвую. И я тоже участвую. А я не участвую. У меня настроения нету. А я участвую. И я тоже участвую. Подождите, и я участвую. Простите, что я немного опоздала. Вероника, как же здорово, что ты вернулась. Какая же ты красивая. Это нечестно. Она опоздала и не должна принимать участие. Чего она вдруг решила, что можно приходить тогда, когда ей захочется? Вероника опоздала, потому что зал украшала сегодня весь день и не успела вовремя переодеться. Так вот кто сегодня украшал для нас этот прекрасный зал. Мне еще Фирс помогала, мы с ней вместе зал украшали. Какие же вы молодцы! Я думаю, что Вероника обязательно должна участвовать. Да, пускай Вероника будет сегодня королевой бала. Отличный выбор, Скрибл. Не может быть, неужели меня выбрали королевой бала? Скрибл, спасибо тебе большое, я так рада. Ну, раз король и королева у нас уже есть, мы со Снегурочкой дальше пойдем. Да, у нас еще столько утренников. Пойдем скорее, Дедушка Мороз. Иду, Снегурочка.
Скрибл, спасибо тебе, что выбрал меня. Я о таком даже не мечтала. Ну, как бы я тебя не выбрал? Вы же с Пирс так красиво украсили этот зал. Ты что, выбрал меня только из-за этого? Ну, не только из-за этого. У тебя сегодня самое красивое платье. Ты прям настоящая королева. Ой, Скриби, ты меня засмущал совсем. Ребята, а как вы считаете, я сделал правильный выбор или нет? Напишите, кто, по вашему мнению, должен был стать королевой бала. И напишите, какое платье понравилось вам больше всего. А если вы считаете, что мы все красивые, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал «Веселые игрушки».